прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажу о главных событиях дня. Плоды импортозамещения. На Ставрополе открылась международная выставка про яблоко. Наука с приставкой «нано». О нано-разработках ставропольских ученых сюжет Анастасии Зубрицкой. Золото полей, как оно есть на самом деле. В Петровском округе стартовала уборка озимого ячменя. О видах на урожай Алексей Форсиков. Обмен опытом и площадка для партнерских соглашений. На Ставрополе в четвертый раз стартовала международная выставка «Про яблоко». Форум собрал около 4000 участников. Это специалисты из регионов России и более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Свою продукцию представили крупнейшие производители фруктов, удобрений и техники для сбора плодов, деятели науки, селекционеры, финансовые и лизинговые организации. Посетил выставку и губернатор края Владимир Владимиров. Он отметил, что продовольственная безопасность – одна из важнейших задач такого масштабного мероприятия. Это больше выставка про импортозамещение, потому что нам очень необходимо. Нам необходимо сегодня развивать новые рынки, развивать новые технологии. Всего спектра, что мы сегодня увидели, да, наверное, только еще противоградовая сетка еще требует импортозамещения. Мы должны в этом направлении работать. А дальше, на основе вот этого хорошего опыта, когда есть люди, заинтересованные в развитии собственного производства, превращают всю эту продукцию российского производства, я думаю, если мы такими шагами пойдем, то нам никакие санкции не будут страшны. Ставрополье сегодня входит в число регионов-лидеров в области садоводства. Площадь многолетних насаждений в крае составляет почти 11 тысяч гектаров. В прошлом году в регионе собрали 56 тысяч тонн плодов и ягод. И эти показатели продолжают расти. Урожай этого года прогнозируется уже на уровне 60 тысяч тонн. Сегодня представлены здесь российские компании, которые активно замещают импорт. И сегодня на это нужно обращать внимание. Наши сельхозтоваропроизводители, безусловно, обойдут все экспозиции, определятся с контрагентами, определятся с партнерами на перспективу. И будем наращивать динамику производства наших садов, наших плодов, что очень на самом деле важно для нашего края. Выставка «Про яблоко» продлится до 25 июня. Хорошие новости приходят из полей Петровского округа. Там начали собирать урожай озимого ячменя. Первым к работе приступило небольшое местное хозяйство. Какие технологии применяют и как связаны ровные ряды колосьев и космические спутники? Алексей Форсиков провел день в поле. Жарко. Пыльно. В принципе, жить можно, ничего страшного. Рабочий день у Дмитрия летом начинается в 6 утра и длится до 9 вечера. Сейчас самое жаркое во всех отношениях пора. Убрать надо быстро и без потерь. Дмитрий на этом комбайне первый день и только знакомится с техникой российской сборки. Пока не все понятно, но зато с запчастями проблем точно нет. То как бы не было особо ничего такого сложного. Все привозили. Сами видите, вроде ж косит. Если бы не привезли не вовремя, то не работали бы сейчас. Все нормально. А за тем, чтобы было что убирать этими комбайнами, следит главный агроном предприятия Роман. В том числе и его стараниями с этих полей открываются отличные виды на урожай. О Романе можно уверенно сказать – человек на своем месте. С детства гнут работаем в сельском хозяйстве, тем самым считаю, где родился, там и пригодился. В город не хочется? Честно сказать, учился, всегда тянуло домой, работать надо, то-то-то-то. И тем самым, ну иногда вот хочется, честно сказать. Хочется вот увидеть жизнь. Ну считаю, надо здесь вот работать. А работы здесь хватает. В этом хозяйстве 22 тысячи гектаров пашни. Из них 1500 под ячмень. Еще и коров купили недавно, дел хватает. Уборку, кстати, начали первыми в Петровском округе. Надеемся, что где-то в пределах 54-55 центнеров средняя урожайность должна быть. Конечно, по остальным культурам немножко ситуация плачевнее, потому что последний дождь, можно сказать, в середине мая, больше месяца ни одной капли не было, поэтому остальные культуры. Состояние было очень отличное, но нехватка засухи. Ну, теперь уже комбайн покажет, что будет. Общий прогноз у аграриев предприятия – урожай точно не хуже прошлогоднего. В том числе и потому, что в поле у них порядок. Как городского жителя меня в этом хозяйстве удивили вот эти вот просто идеальные, посмотрите, какие ровные
ряды посаженного ячменя. Что это такое, спросил я, а это, то есть, применяются спутниковые технологии навигации. То есть, буквально трактор заезжает в поле и дальше едет просто по карте. Получается, вот так вот ровно. И еще. Здесь применяется так называемая нулевая технология. Будущий урожай следующего года посадят прямо сюда, в нескошенную стерню. Так и дешевле, и быстрее. Верят в то, что житница России будет с урожаем, Алексей Форсиков и Владимир Ходарев. Ставропольское телевидение. Ну а что касается технологий, то здесь на помощь ставропольцам приходят не только космические, но и микроскопические величины. Речь о нанонауке. Изобретения, которые невозможно рассмотреть, но реально использовать в промышленности, энергетике и медицине. Анастасия Зубрицкая переоделась в белый халат и попыталась увидеть будущее. Покажите нам этот растворчик. Вот здесь больше, чем миллиарды, квадриллиарды наночастиц, которые очень широко используются в разных областях науки. Правильно? Промышленности. Давай промышленности так. Даже. Да. Разработки этих ученых сложно увидеть. И еще сложнее понять, как они это делают, потому что их работы носят приставку «нано». Человеческим глазом разглядеть наноматериалы невозможно, только в качестве растворов их можно увидеть. Давайте я так объясню суть. Вот у нас есть два раствора, мы смешиваем их, у нас в результате химической реакции происходит синтез. И на выходе у нас уже получается раствор нашего наноматериала. Давид – студент третьего курса. Учится по специальности наноинженерии. И все это время совмещает учебу с научной деятельностью. Будущую профессию молодой человек уже успел по-настоящему полюбить. За необычность, за то, что я могу внести свой вклад в этот мир, оставить след в этом мире. Значит, после меня что-то останется. Один из смыслов жизни, я считаю, что надо оставить после себя какой-то след. И вот наша научная команда этим самым и занимается. А это Дионис. Он первокурсник. Вместе с командой сейчас занимается созданием супергидрофобных покрытий, которые хорошо отталкивают воду. Такие вот покрытия можно наносить, например, на любые вообще материалы, предметы. Чтобы они отталкивали воду? Да. Ну, например, гидрофобная одежда, там, стекла. Название этого научного объединения – концептуальные проблемы инжиниринга микро-наноструктур и материалов. Студенты каждый день работают с наночастицами и придумывают им новое применение. Наши продукты являются инновационными. Может быть, где-то в нашем мире делают что-то подобное, но применение чуть-чуть отличается. К примеру, гексоцианофераты кобальта, никеля и железа, всем известны как материалы, которые можно использовать для селективных электродов, но в качестве применения для обнаружения сахара в крови мы не обнаружили еще. Медицина, ветеринария, фармакология, косметология и полупроводниковая промышленность. Наши разработки могут применяться в различных сферах. На счету этого научного объединения больше десятка патентов. Один из последних на изобретение солнечных элементов. Наше изобретение представляет собой новый полупроводниковый слой на основе диоксида титана с вариабельными частицами благородных металлов. То есть благодаря добавлению наночастиц золота и серебра мы расширяем диапазон действия нашего полупроводникового слоя, то есть большая область поглощения будет. Проще говоря, у солнечной батареи, сделанной по этой технологии, будет выше КПД и значительно ниже цена. Сейчас я тоже попробую себя в роли ученого. Под руководством специалистов я попробую сделать берлинскую лазурь. Это раствор, содержащий в себе наночастицы, который потом будет применяться в медицине. Например, для определения уровня или концентрации сахара в крови. Самое главное условие – это медленно заливать и беспрерывно. Смотрите, какая берлинская лазурь у нас получается. В этих стенах создают то, что раньше просто не существовало. И, возможно, в ближайшем будущем разработки наших студентов и ученых станут незаменимы и жизненно необходимы. Ну а на один день погрузились в нанонауку Анастасия Зубрицкая и Александр Колодко, Ставропольское телевидение. На самом деле здорово, что сложными научными формулировками с легкостью объясняются наши студенты. Вот оно уже не нано, а кадровое будущее. А в поселке Демино построили новый сквер. В этом году там оборудовали 4 детские площадки. Для самых маленьких установили песочницы и качели, а для их родителей удобные лавочки. Ранее там же смонтировали спортивные снаряды. О других новостях края в нашем обзоре. В селе Благодатном отремонтируют участковую больницу, которая обслуживает почти 5000 человек. Там заменят окна, двери и коммуникации. Также проведут отделку внутренних помещений и фасада, сообщили в региональном Минздраве. Реконструкция пройдет в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения.
В этом году отремонтируют 11-километровый участок трассы Изобильный-Староизобильная Смыков. Там обновят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок съезды и примыкания, сообщили в Миндоре Ставрополья. Также на отрезке установят знаки и нанесут разметку. Все это благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 19-й школе поселка Урожайного ремонтируют школьный спортзал. Там проводят отделку стен и потолка. Старые деревянные полы меняют на современное покрытие. Также в помещении оборудуют новую систему отопления, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. Реконструкция спортзала проходит по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на пятницу, 24 июня. В центральных территориях края комфортная погода. Облачно, с прояснениями, без осадков. И воздух прогреется не выше 25 градусов. Ветер 4 метра в секунду. Но обратите внимание, в пятницу солнце очень жаркое. Индекс ультрафиолета очень высокий. Световой день 15 часов 38 минут. Магнитное поле спокойное. Калмин-воды все еще прохладно, не выше 22. Без ветра и без осадков. Как по мне, очень комфортно. А вот в Кисловодске всего плюс 19 днем. Север и восток края не жарко, днем без осадков. Комфортно, не жарко и вечером. Небольшие дожди возможны ночью в Ипатово и Дивном. На сегодня о погоде все. Увидимся.